Решить проблемы нехватки детских садов можно только сообща и при поддержке всех уровней власти. Сегодня в Волгоградской городской думе депутаты и общественность обсуждали, как ликвидировать дефицит мест в дошкольных учреждениях. Принятые в этом году руководством областного центра меры позволят сократить муниципальную очередь на 3 с лишним тысячи человек. Но до окончательного решения вопроса все же еще далеко. Слово Людмиле Кухаревой. Устроить ребенка в детский сад практически невозможно, жалуются молодые мамы из Волгограда. Группы переполнены, а очередь постоянно растет. Сегодня в муниципальных списках на оформление в дошкольные учреждения 28 тысяч маленьких волгоградцев. Получается в стране, что деньги есть на олимпиады, на универсиады, на чемпионаты мира, на помощь другим странам. А для нашей страны, для наших родителей денег нету. И мы хотим, чтобы на наш регион услышали. И что нашу программу профинансировали, чтобы очередь у нас ликвидировалась. До конца года в Волгограде будет организовано около 3000 дополнительных мест в детских садах. Но кардинально эта проблема не решит, обращают внимание депутаты Волгоградской городской думы. Преодоление этих масштабов и этой сложности, наша точка зрения, вот инициативной группы в данном случае, не под силу органам власти города и области, то есть региона. Таковы масштабы. Почему это произошло, как это произошло, ну, вопрос другой. Но это сегодня есть. Волгоградская городская дума вплотную занялась решением проблемы нехватки детских дошкольных учреждений. Примерно год назад была создана инициативная группа, куда вошли представители разных уровней власти и общественность. При помощи нашей совместной работы мы подняли все, что касается этой темы, а именно, сколько садиков возможно вернуть, сколько садиков в состоянии разной степени изношенности, какие возможно восстановить, какие нет, сколько для каждого требуется денег. Что может потянуть городской бюджет, какие надежды можно возлагать на бюджет региона. Нужна поддержка из центра, уверены народные избранники. Чтобы полностью ликвидировать очередь, нужно построить и отремонтировать десятки детских садов. Такие расходы вряд ли потянут и город, и область. Поэтому для начала Волгоград готов принять участие в федеральном проекте «Детские сады детям», под который предусмотрено выделение для начала, как мы надеемся, 1 миллиард рублей. Сейчас ведется сбор информации по муниципалитетам нашего Волгоградского региона и заявка от нашего города на помощь, на партийную помощь в рамках реализации этого проекта. Мы надеемся, очень надеемся получить. А еще волгоградцы намерены обратиться лично к президенту, помочь решить детский вопрос. 20 тысяч жителей областного центра уже поставили свои подписи под предложениями, касающимися ликвидации очередей в дошкольные учреждения. Людмила Кухарева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».